Вот такой самобытный уголок с ковровыми дорожками и невероятным количеством мусора создан в Рязани. Возможно, он тоже входит в туристический кластер. Это один из немногих коротких путей, ведущих через овраг с улицы Боголюбова на улицу Тимуровцев. Здесь протекает ручей Быстрец. Ковры на этой пешеходной дороге предотвращают скольжение людей по грязи. Ну, положили, чтобы ходить опять людям с утра из песочни на новую, много где предприятий, бывший Лампа, вот этот завод. То есть, поскольку грязище, туда кто-то ковры выбросил. Ну, положил, скажем так, чтобы можно было оперативно пройти. Оперативно преодолеть ручей теперь можно и по новому возведенному мосту. Старый совсем разрушился, и его заменили. Однако на обеих пешеходных дорогах существует масса проблем. Сейчас трафик пешеходный здесь очень хороший, большой достаточно. Утром и вечером очень много людей ходит на работу, взрослых. Вот. Ну и молодежь, которая после школы здесь, в общем-то. Поскольку здесь ничего не освещается, то есть я вот живу рядом, как бы наблюдаю, что даже девушки одиночные ходят по вечерам. Вот я опасался все-таки. Учитывая, что периодически компании здесь какие-то сидят, вот подростков лет по 13-15 вот лет. Вот, то есть возраст такой самый опасный. Местные жители говорят, что сделать эту местность более безопасной сможет освещение и установленные камеры наблюдения. По их словам, здесь зачастую происходят противозаконные действия. То есть совершенно нахально вот эти вот закладчики, что в деревне часто видим, что буквально вот недель-две назад подъехал машина с тимуровцев, заложили что-то рядом с дорогой, вот как подняться, там деревянные будут сейчас лестничка, не стесняясь, с номерами машины. Отъехала, он, наверное, там в интернет набрал, куда обращаться, так сказать, и спокойно, совершенно нахально поехал. Но то, что они не боятся, я говорю, вот камер бы побольше, глядишь, как-то это будет влиять на это дело. Местные жители пояснили, что закладчики – частая проблема улиц Боголюбова, Тимуровцев и находящегося между ними оврага. По этому поводу граждане неоднократно вызывали полицию. Однако понесли ли виновники наказания, люди не знают. Несколько лет назад наша телекомпания уже снимала сюжет об этой местности. С тех пор ситуация только ухудшилась. Коляска, покрышки, куртка и выброшенный кошелек. Возможно, эта территория является частым местом преступлений. Кошелек открытый, пустой, он еще не покрылся илом. Очевидно, выброшен недавно. И вопрос о том, случайно ли теряются тут вещи или здесь орудуют преступники, остается открытым. Странных локаций здесь масса, начиная от водоворота с бутылками, заканчивая возможным захоронением, где красуется крест. И что происходит на улице Боголюбова, на богом забытом месте, остается разбираться. А местные жители выражают надежду, что это место будет облагорожено и превратится в приличную зеленую зону. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».